Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Єчкалова. Нам обіцяють, що з 1 квітня в Україні розпочнеться медична реформа. Вона вже викликала чимало дискусій і суперечок. Під час голосування у Верховній Раді не всі депутати підтримали цей законопроект, апелюючи до думки виборців, медичних працівників, які розкритикували це започаткування. Яка ситуація зараз і чи готова Миколаївщина розпочати процес реформування медичної галузі та забезпечити людей якісними медичними послугами і як це буде відбуватись на практиці, говоритимемо сьогодні з начальником обласного центру здоров'я Оксаною Баланською та головним лікарем центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5 Маргаритою Юрчук. Пані, я вас вітаю в нашій студії. Ми працюємо у прямому ефірі. Якщо, шановні телеглядачі, у вас виникнуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте під час ефіру в студію за номером телефону 47 74 72. Він з'явився на екранах ваших телевізорів. Два дні на Миколаївщині з робочим візитом перебувала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун. На зустрічі зі студентами та медпрацівниками розповіла про деякі етапи реалізації реформи. Прошу переглянути сюжет моїх колег. Від 2017 року в Україні розпочалося впровадження медичної реформи. Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я розповіла про етапи її реалізації протягом 2018 року. Перший крок буде зроблено вже наступного місяця, говорить Супрун. Цього місяця ми вже подали всі нормативні акти, вони є у Кабміні. І від 1 квітня цього року, як бачите, національна кампанія підписання декларації з лікарями. Це перший крок. Перший крок – пацієнти будуть приходити до наших сімейних лікарів, з вами підписувати декларацію «Я хочу, щоб ви були моїм лікарем». А вже з 1 липня лікарі, які підписали декларацію, отримуватимуть більшу заробітну плату. Адже Національна служба здоров'я України обіцяє збільшити фінансування. Коли їхній район або об'єднана територіальна громада, як цілий район, ціле місто або об'єднана територіальна громада перейшла на автономізацію медичних закладів, коли ви всі автономізовані, ми будемо оплачувати за кожного пацієнта по-іншому. Вдвічі цього, що зараз відбувається. Нагадаємо, на Миколаївщині планується створення 4 госпітальних округів, де обслуговуватимуть 700 тисяч жителів області. Уляна Супрун каже, рішення виїжджати до пацієнта додому чи приймати його безпосередньо у лікарні залишається за лікарем. Є лікарі, які будуть виїжджати до своїх пацієнтів, а інші можуть їх викликати до себе. Є окремий закон, окрема програма. Це є надання підвищення рівня допомоги в селах і віддалених місцях. Це є програма, закон, який був пропонований президентом, проголосувала Верховна Рада. І є 5 мільярдів гривень, які вже були роздані на регіони, щоб вони допомогли у віддалених місцях, щоб надавати допомогу. Розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України і про свій візит до Миколаївської обласної дитячої інфекційної лікарні. Персонал виглядав, що вони супер, але умови не дуже на високому рівні. Лікарня була відкрита, вони надавали медичну допомогу, через їхню приймальну перейшла, подивилися на всі відділення, побачила, що реанімація недавно була ремонтована і є вже нове обладнання, там надавали допомогу двом пацієнтам, але побачила, що є декотрі відділення, які насправді потребують ремонт. Під час свого візиту Уляна Супрун поспілкувалася зі студентами медичного коледжу та відповіла на питання миколаївських медиків. Зокрема, щодо їх подальшої роботи в рамках реформи, адже певні питання поки що залишаються. Супрун у свою чергу звернулася до них з проханням активніше пропагувати серед пацієнтів профілактичні щеплення. Отже, шановні гості, перший крок – потрібно визначитись із сімейним лікарем. Куди йти і де його шукати, того лікаря? Ну, давайте сначала договоримся о определенных терминах. Начало реформы, начало работы первичной сети, то есть это у нас семейные врачи, это у нас терапевты, это у нас педиатры,
По-новому они начинают работать с июля месяца, когда начнет работать Национальная служба здоровья и начнет оплачивать за заключенными договорами оказание услуг на первом уровне. Но это начало, это старт. У нас нет строгих временных рамок, в течение которых надо обязательно успеть заключить договор. Тобто нам кажуть до 1 квітня, щоб усі встигли. Це не обов'язково? 1 квітню нужно прийти в состояние внутренней готовности и начать готовиться каким образом? Нужно понять, к какому врачу я хочу пойти. Если этот врач уже у вас есть, нет смысла тянуть с тем, чтобы с ним заключить декларацию. Если этот врач не найден, ничего не произойдет. Люди, которые не заключают договор или декларацию, по-разному называется этот документ, с врачом, в течение 2018 года будут точно так же обслуживаться медиками, как они обслуживаются сегодня. Тобто навіть не до 1 липня. Паники не должно быть. В 2018 году все население, которое не заключит договор с врачом, будет точно так же получать медицинскую услугу. Другое дело, что население, наверное, само должно быть заинтересовано в том, чтобы этот договор заключить. Когда я заключаю договор, и за меня государство начинает платить врачу, и врач видит эти деньги и может ими распоряжаться, он начинает быть более заинтересован во мне и более заинтересован в результатах своего труда. Угу. Тобто, що потрібно для того, щоб укласти угоду з лікарем сімейним? Наличие врача, наличие желания этот договор заключить, техническая возможность, которая будет обеспечена, скорее всего, с 1 апреля, когда будут запущены соответствующие электронные системы, и документы для взрослого человека – это идентификационный код и паспорт, для ребенка – за ребенка этот договор, если ничего не изменится, на данный момент нам говорят, что будут заключать родители. Угу. Может, коллега мне дополнит. Да. Еще необходимо, если человек пришел в поликлинику, иметь при себе либо мобильный телефон. Если есть мобильный телефон, чтобы для подтверждения заключения декларации вам приходит сообщение на мобильный телефон. Если мобильный телефон отсутствует, делается скан копии паспорта, который подкладывается при заключении декларации в пакет документов. Це ми говоримо, коли вже все буде автоматизовано. Так. Але ж кажуть, до липня місяця це поки будуть угоди декларації на папері. І лише з липня місяця це будуть комп'ютери, оснащення, і тоді вже ми це буде, ну, скажімо, першого етапу, друга частина. Так? Так. Які, от якраз, пані Маргарита, до вас запитання, а які обов'язки сімейного лікаря? Що зміниться? Обов'язки сімейного лікаря практично не зміняться. Тобто лікар, як займався профілактичною допомогою, так він і продовжує займатися оказанням профілактичної допомоги. Ми профілактируємо заболівання, предупреждаємо виникнення хронічних заболівань. Також сімейний врач займається вакцинацією дітей, наблюдением за здоровым ребенком, наблюдением за неусложненной беременностью. Он может вести и беременных женщин, если беременность протекает не патологически, а нормально. И, естественно, выявлением на заболеваний на ранних этапах. Особенно это касается гипертонической болезни, заболевания сердечно-сосудистой системы, то, что у нас на первом месте по количеству заболеваемости и смертности. Сімейний лікар, скільки може замінити лікарів вузького профілю, чи можливо полегшити їм роботу? Ну, здесь подразумевается и в табеле оснащения, которое утверждено приказом Министерства охраны здоровья 1150. 28 наименований, если я не помиляюсь, сейчас сколько? Что ну, там основные бути? Наименования я, в принципе, могу озвучить. Это отоскоп, это ларингоскоп, это, ну, естественно, что, ну, аппаратура, которая позволяет, ну, как скажем, поверхностно, то, что функция семейного врача, осуществить осмотр. Угу. То есть посмотреть глазное дно, посмотреть, например, наружное заболевание наружного уха, ну, то есть те
заболевания, которые мы можем установить на первичном уровне. Если у врача возникают какие-то сомнения, у семейного врач дает направление для консультации узкого специалиста на втором уровне. Дякую. Але коли почалась перша хвиля реформи первинної і вторинної медичної допомоги, створювалися амбулаторії, це, мабуть, було років 5, тому 12-13 роки, так? А можна ми зададим вопрос вам, як чоловік, як зрителю, да? А второй уровень оказання медицинской помощи. Давайте, может быть, мы проговорим, потому что эти термины, они очень часто звучат с экрана. Есть в литературе. А что это такое, наверное, не все понимают. Давайте расскажем. Да? Давайте расскажем. Потому что это реалии, в которой мы живем, разумно понимать, о чем мы говорим. Угу. Первый уровень – это семейные врачи, это терапевты, это педиатры. Второй уровень – это городские поликлиники, городские больницы и центральные районные больницы в районах. Так, и третий уровень – это высокоспециализированные больницы, это областные больницы. Ну и к третьему уровню подтягиваются роддома. Они считаются тоже лечебными учреждениями третьего уровня, хотя это городские больницы. Ну, у нас зараз перший этап – це первинна ланка. Да, да. Отже, коли створювались амбулаторії, лікарі-терапевти проходили перепідготовку, тобто з терапевта на сімейного лікаря. І самі тоді лікарі розповідали, що півроку, яка надавалася для перепідготовки, це дуже замалий термін. Що сьогодні, як готують, де готують, чи також проходять ці піврічну перепідготовку? Сейчас, к счастью, изменилась программа подготовки врачей в медицинских университетах. И сейчас выпускают врачей, уже семейных врачей. То есть в процессе своего обучения они уже проходят специализацию по некоторым заболеваниям, которые встречаются в практике семейного врача. То есть мы получаем уже настоящих семейных врачей. Вот, кстати, у нас пришли два интерна. Вибачте, будь ласка, у нас телефонный дзвінок у студию, мы вас слухаємо. Я говорю, привозят в стационар больного, скорая помощь. И сразу спрашивают, есть деньги? Как при новой вот этой реформе будет дело стоять? Ми вас дуже погано чуємо, але якщо я вірно зрозуміла, швидка допомога, коли приїздить, просять гроші, щоб ви заплатили. Ні, в стаціонарі хто буде оплачувати за медикаменти? Зрозуміли запитання? Да. Покупати будемо гроші за свої, будемо лікарства покупати за свої гроші? Запитання. Коли реформа буде впроваджуватись, це другий етап, наскільки я зрозумію, чи будуть пацієнти за свої кошти лікуватись і платити за медикаменти, чи, можливо, це буде оплачувати держава? Ми зараз про це скажемо? Так, да, скажемо зараз, якщо не возражаєте, да, начну я, да, мені доповнити. Ми говоримо про те, що реформа второго уровня оказання медицинской помощи, вона почнеться в 2020 году. Так. К 2020 году будет определена стоимость медицинской услуги в соответствии с заболеваниями, с которыми больной придет на второй уровень. То, что касается первого уровня, там нет понятия стоимости медицинской услуги, потому что когда приходит человек к врачу и заключает с ним договор, он вручает себя, знаете, врачу комплексно. На данный момент мы знаем, что так будет, что будет произведен расчет медицинской услуги, но этот расчет медицинской услуги еще не произведен и он не утвержден. Вместе с тем государство, вот то, что нам говорят, и то, что мы можем сейчас рассказать, нам говорят, что определенное количество заболеваний, определенное количество случаев будет рассматриваться как страховые и будет покрываться за счет государственных средств. Какие это будут заболевания, в каком объеме, это будет ясно уже, когда будет дан старт реформы второго уровня. Зрозуміло. Тобто до 2020 року ми поки що за це не думаємо і не переживаємо. Скажем так, мы наверняка и думаем, и переживаем, потому что мы с этим сталкиваемся, но если мы говорим о реформировании, и о том реформировании, которое у нас с вами происходит в законодательном поле, то на сегодняшний день, корректно сказать, что еще эти вещи не определены. Так будет правильно.
Я понимаю, что наверняка какие-то сложности есть, с которыми мы сталкиваемся все каждый день, но это в данном случае не тот случай, который мы можем прокомментировать с точки зрения вот нормативных каких-то решений. У нас ще дзвіночок, ми вас слухаємо. Алло? По новій медицинській реформі нас будуть лічити безплатно або за свій счет? Ми тільки що відповіли на це запитання і ще коротко. Давайте ще раз коротко. Будет формироваться два списка, если мы говорим о первичной медицинской помощи. Это красный реестр или красный список, куда вносятся все жители. Когда человек заключает договор с врачом, и государство начинает оплачивать врачу оказание медицинской помощи этому человеку, человек переходит в зеленый список или в зеленый реестр. В 2018 году для населения не изменится ничего. Ничего не меняется. Но предполагается, что после того, как все лечебные учреждения перейдут, заключат договора с Национальной службой здоровья и перейдут на оказание медицинской помощи по капитационному признаку, то те люди, которые не заключили договор с семейным врачом, они не окажутся без медицинской услуги. Но вполне возможно, они будут оплачивать оказание медицинской помощи самостоятельно. Ну, поскольку они не перешли в те отношения, не когда государство может оплатить эту услугу за них. То, что касается второго уровня, наверное, будет правильнее вернуться к этому разговору, когда на законодательном уровне будет уже определено, как это будет. Дякую, пані Оксано, дякую вам за дзвінок. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. І протягом 20 хвилин ви ще можете нам телефонувати і задавати запитання нашим гостям. Пані Маргарито, продовжимо. Тобто у нас вже є фахівці, ми не переучуємось півроку, а вже... Да, к счастью, к нам пришли подготовленные специалисты, хорошие, достаточно, могу сказать, молодые специалисты, которые владеют очень многими навыками, обслуживают детей с нуля, чего, в принципе, боятся наши терапевты, которые уже с большим стажем. И они могут оказать услуги, в принципе, как лор-врача, окулиста, то есть подобрать, например, очки элементарно, чтобы, например, старая та же бабушка не шла к окулисту, то есть она получит эту услугу у семейного врача. Вот, поэтому я надеюсь, что эта система образования будет и дальше существовать, функционировать, и будет усовершенствоваться наша образовательная система, и к нам придут грамотные специалисты, в принципе, на которых я могу ответственно положить, здоров'я наших людей. Добре, закінчують, навчаються, чи є брак кадрів сьогодні і чи поїде молодий спеціаліст, фахівець в село? Давайте ми ще скажемо. Раніше було законодательно определено, що всі доктора повинні переучитися і стати сімейними врачами. На сьогоднішній день цей питання знят. І педіатри у нас залишаються в строю, и работают параллельно с семейными врачами, что тоже очень здорово. Предполагается, что педиатр точно так же, как и семейный врач, сможет заключать договора с населением, у него будет немножко другой норматив обслуживания, предполагается, что это около 700 человек, и будет другая капитационная ставка, то есть за деток он получит больше, чтобы компенсировать ему разницу. Да. Дякую. Вибачте, будь ласка, у нас ще один дзвінок, ми вас слухаємо. Алло, здравствуйте. Доброго вечора. Я вначале прослушала. Если мне нужно идти к глазному врачу или к лор-врачу, я должна идти к терапевту вначале? До семейного лікаря, так? Направление к узким специалистам дает семейный врач. Значит, должна сегодня пойти к семейному врачу, а потом на следующий день глазному, а я залечиваю болезнь свою часть или недолечиваю, или она... Дело в том, что люди на данный момент сами выбирают, к какому врачу им идти по симптоматике. Но человек может ошибаться. Вполне возможно, что семейный врач разберется с вашей проблемой, и вам вполне...
и вам вполне возможно не надо будет идти к узкому специалисту. То есть, если у вас хронические заболевания, вы пойдете к своему окулисту, у которого вы находитесь на учете. Если у вас какой-то острый случай, то вполне сможет с ним разобраться и семейный врач. И врач решит, нужно вам направление давать к узкому специалисту или нет. Дякую вам за відповідь, пані Маргарито. Дякую вам за дзвінок і за запитання. Давайте повернемось. Чи є брак кадрів на сьогодні? Пані Маргарито, у вас поліклініка, скільки лікарів сімейних працює і скільки ви обслуговуєте жителів? Ми обслуговуємо 64 тисячі мешканців, жителі, із них 11 тисяч дітей і 55 тисяч взрослого населення. Скільки лікарів працює? Значить, на даний момент у нас працює 26 сімейних врачей. Ну вот, за счет того, что к нам пришли интерны, мы немножко улучшили свой кадровый потенциал. Также работают у нас 5 терапевтов и 6 педиатров. Чего выстачает? Сколько на каждого выходит? У нас коэффициент совместительства, то есть каждый врач, ну не каждый врач, но скажем 60% врачей обслуживают полтора участка. То есть врач берет участок, еще полставки совмещает, так как по нормативу получается на одного семейного врача 1500 населения. Мы делим эти семейные участки, и врач обслуживает наряду со своим участком еще совместительный Понад участок. Понад 2000 выходит. Да. Сколько вот с липня чи протягом 2018 року, скільки на одного лікаря припадає пацієнтів? Ну, по нормативним було документам, до 2000 зараз. Так і залишилось. На терапевта 2000 населення, на педіатра 900 дітей і на сімейного врача, вони вважають 1800-2000 населення. І знову у нас дзвінок, ми вас слухаємо, говоріть. Здравствуйте, у мене два питання к гостям. Скажите, останутся ли благотворительные взносы в больницах или они исчезнут? И второй вопрос, это если, допустим, у меня дочь проживает в другой стране, она приезжает ко мне в отпуск, вот если срочно что-то там заболеет, куда ей обращаться, где она получит лечение? Спасибо. Дякуємо за запитання. Перше, це внески благодійні. Ну, благотворительный взнос, он... Поэтому и называется благотворительным взносом, потому что это добровольное пожертвование человека, которое он хочет сделать для того, чтобы улучшить материальную базу лечебного учреждения. Если мы говорим о благотворительных внесках, которые действительно являются благотворительными, добровольными. Як сьогодні це відбувається? І я чула про термінали. Бабуся має прийти з карткою пенсійною, знайти якогось там чоловічка і попросити його, щоб він считав з тієї картки благодійний внесок. Це так буде, чи це знову ж таки міф? Ну, це не відноситься, наверное, непосередньо к вопросу о реформуванні, но я попытаюсь ответить. Когда человек приносит благотворительный взнос в больницу, то и человек, и, наверное, все остальное общество заинтересовано в том, чтобы эти деньги получили целевое их использование. Для того, чтобы обеспечить их целевое использование и сделать минимальным влияние человеческого фактора, естественно, использование терминалов является наиболее оптимальным путем. Когда человек оплачивает благотворительный взнос через терминал, деньги попадают на счет, и потом уже достаточно просто, прозрачно проследить, на что эти деньги будут потрачены. То есть людского фактора уже не будет? Ну, да. Поэтому минимизовано? Минимизовано. Поэтому, естественно, пока есть люди, которые готовы оказать благотворительность, и пока больницы, ну, скажем так, для больниц не лишней является благотворительная эта помощь, то установка терминалов – это, естественно, ну, очень неплохой выход из ситуации. Зрозуміло. Друге запитання. Якщо донька за кордону приїздить в гості, і ми відвозимо бабусям в іншу область, в інший район своїх діточок на літо, але ж у нас є сімейний лікар, який тут біля нас. Як бути? Ну… Если мы с вами говорим о том, как это будет на перспективу... То есть это приватная лекарня, приватный лекар будет? Как? Давайте, я вас слушаю. Первый уровень оказания медицинской помощи. Деньги идут за пациента. Пациент перемещается куда-то на выезд.
должно быть общение между семейными врачами, которые между собой решат, каким образом помочь этому человеку, исходя из той суммы, которую пришли вот к семье. Если человек туда не переезжает, а едет на какое-то время. Как это будет прописано? Я в нормативных документах еще этого не читала. Но я думаю, что и невозможно сразу предусмотреть на этапе входа в реформу все такие случаи. Я думаю, что это будет решено. То, что касается второго уровня оказания медицинской помощи, то вот этот вопрос, он как раз очень широко обсуждается. И там все достаточно просто. Там форма «деньги идут за пациентом» гораздо проще выдержать, потому что там, оказывается, есть расчет медицинской услуги. Где медицинская услуга оказывается, там происходит оплата за эту медицинскую услугу. С вторым уровнем это достаточно просто. Вот как будет это решено на первом уровне, ну, я пока, честно говоря, не готова сказать. И... Может быть, коллега... Нет, я тоже не готова сказать, потому что, в принципе, нормативных документов по этому вопросу нет, но неотложная помощь оказывается в любом случае, если это касается неотложной помощи. Швидкі залишаться? Да, швидкі залишаться. Дільничні терапевти, які приходили до бабусі, якщо вона не може доїхати до лікарні, дійти, сімейний лікар до неї прийде чи ні? Ми чули, знову ж таки, пані Супрун сказала, він буде вирішувати, йти йому, чи, можливо, пацієнт має... Я думаю, що сімейний врач, терапевт або педіатр буде заінтересований прийти к пацієнту, тому що він заінтересований в цьому пацієнті. И если он не придет к пациенту, по большому счету, пациент то пациент может уйти к другому врачу. Здесь, в принципе, уже работает вот такая рыночная, так сказать, экономика. Регуляция. Тобто корупційної складової, що бабуся скаже, синочечку, ти мій лікар, дорогесенький, на тобі 100 гривень, що ти до мене прийшов, цього не буде. Ні, бабуся може сказати, синочку, мій ріднесенький, якщо ти не прийдеш, я піду до іншого. От так їм краще говорити. І лікар побіжить к бабусі. Добре, скільки підписання, знову ж таки, цієї угоди декларації, скільки раз можна змінити лікаря? Якщо він мені не сподобався, чи це вже я обрала, у мене був час майже цілий рік, раз і назавжди? Ні, ну ми повинні розуміти, що це отнюдь не кріпосне право на переходному періоді в течение першого року, да? Можно как можно человек, чаще да, менять, не ограничен в этом. Через год после старта реформы раз в год может поменять человек врача. Как только он подписывает декларацию с другим врачом, автоматически прекращается перечисление денег врачу, у которого он находился на обслуживании до этого. У врача в этом плане ситуация гораздо более узкие рамки. Он может поменять своего пациента, отказаться. До речі, он да, может чи отказаться може. От своего пациента в том случае, если он его лечит, а пациент не выполняет его рекомендации. Или если человек уже подписал декларации с 2000 людей и к нему приходит еще один, он может отказаться, мотивируя это тем, что он не сможет оказать медицинскую помощь надлежащого качества. Вибачте, знову у нас дзвінок і часу залишилось обмаль. Ми вас слухаємо. Алло, алло. Так, слухаємо вас. Добрий вечір. Добре. У мене таке питання. Ми Миколаївський район, село Сливине. В нас є амбулаторія, багато діток є, але в нас немає близько 2 років уже лікаря. Що нам робити? І куди нам звертатися? Варварівка нас теж не приймає дітей. Дякуємо вам за запитання. До речі, сьогодні перевірила, на моїй дільниці понад рік відсутній, його немає, він звільнився. Він перейшов, звільнився, немає лікаря. Що робити? Це в місті, а в селі. Ось, до речі, ще одне підтвердження. Тобто є брак кадрів. Ну, брак кадрів є. Є недостаток кадрів. Здесь два моменти. Перший момент. Уже год, як отменено государственное распределение выпускников медицинских высших учебных заведений. Даже если ребенок отучился на бюджете, он не обязан
прийти и отработать какое-то количество лет по распределению. И это в первую очередь, безусловно, осложнило ситуацию в сельской местности. Вопрос. В чьей компетенции находится решение этого вопроса? Решение этого вопроса находится исключительно в компетенции местной власти. Только она может создать те дополнительные стимулы, которыми она сможет привлечь к себе молодого врача или врача из другого города, или врача просто с другой территории, чтобы этот врач там остался и начал работать. Мы с коллегами были в Полтавской области, и были мы в поселке, у них под Полтавой, у них нет проблем с врачами. Но местные власти создают достаточно комфортные условия. Это сразу же предоставление жилья, это сразу же не просто доплата, а прогрессивная надбавка, которая увеличивается до определенной суммы каждый год, если нет нареканий на врача, это другие стимулы. Решить проблему можно. Для этого просто нужно приложить определенные усилия. Это то, что касается, от кого это зависит. Что делать населению? Населению искать врача. Искать и заключать с ним договор. На определенных территориях, где нет врача, по-видимому, это будет решено путем распределения полномочий между врачом и фельдшером. Возможно, будут выездные приемы. Да, выездные приемы. На месте будет находиться постоянно фельдшер. Появляется у нас такое понятие, как пункт здоровья, в котором врач должен не меньше 2 раз в неделю провести прием в объеме полного рабочего дня. То есть в течение недели 2 полных дня врач там будет находиться, принимать больных, в остальное время это там будет фельдшер. Есть и другое решение. В том случае, если местная власть посчитает, что экономически более правильно, особенно это касается отдаленных сел с маленьким количеством населения, привязать машину к этому селу и обеспечить доставку жителей села к врачу, то тоже таким образом за счет регулярных рейсов и перевозки больных к врачу эта проблема будет решаться. На жаль, час вже вичерпано. Дякую вам, наші шановні гості, дякуємо вам, шановні телеглядачі, що ці півгодини були з нами. А як буде впроваджена медична реформа, на практиці покаже лише час. Дуже хочеться сподіватися, що вона буде ефективною. А ми вам бажаємо гарного вечора і будьте здорові!